Город для тебя, ты для города. Город – среда нашего обитания. Мы его создаем нашими совместными действиями. Это наш большой дом. И кому, как не нам, знать, что нужно городу? Так давайте сделаем город таким, каким нам хочется его видеть. Да, проблем много, и кажется, что мы ничего не можем поменять. Но каждая проблема имеет свое решение. Высоких бордюров. По существующим нормам не допускается перепад высот бордюров на переходах. Зафиксируйте место нарушения, напишите в ответственную организацию. В Минске Гордорстрой, районная Римавтодоры. В других населенных пунктах уточните в исполкоме. По закону об обращении граждан и юридических лиц ваше обращение должно быть рассмотрено в течение 15 дней после регистрации. Письменный ответ на обращение должен быть сдан не позднее месяца после его регистрации. По данным экологической инициативы «Зеленый дозор», с мая по ноябрь 2014 года из 39 поданных обращений о снижении высоты бордюра в 23 случаях высота бордюра была снижена, и это только за 6 месяцев.